Маргарита, смотри, я достала игрушки новогодние. Ой, здорово, давай нарисовать елку. Да, но у нас нету елки. Папа, иди давай за елкой. Куда мне идти за елкой? В лес! Где же мне елку найти пониже, а? Что ж они такие высокие все? Да, вот это меня Маргарита озадачила. Осталось еще Маргарите подарки занести и все. Бедные мои олени заболели и меня заразили. Дед Мороз! Здравствуй, Дед Мороз! Здравствуй, Дед Мороз! Дед Мороз! Здравствуй! Как приятно видеть тебя в таком прекрасном лесу! А ты что здесь делаешь? Да я вот елку ищу. Марита послала меня за елкой. А они такие все высокие, большие. Я не знаю, что делать. Ну да, этот лес не для того, чтобы его рубить. А что же мне делать, Дед Мороз? Я принесу тебе. Ты что, болен, Дед Мороз? Ой, да. Что-то я совсем приболел. Ну, это нехорошо, Дед Мороз. А мне нужно еще мешочек доставить Маргарите. Как же она без подарка-то будет? Ого. Я помогу. Ой, ну было бы просто замечательно. Сейчас я тебе переодену. Возьми вот мою шапку, бороду. Одевай. Ну что, поможешь Дедушке Морозу? Держи вот мешочек и пояс. А я принесу тебе попозже елочку. Маргарита будет довольна. Хо-хо-хо! Привет, Маргарита! О, привет, Дед Мороз! Привет, Маргарита! Ты мне подарки принес? Конечно, иди сюда, бери. Сейчас я тебе достану. О! 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 Не может быть! А где же все подарки? Ну ты папа расстреляешь.